Бологое, Питер, Вологда, Екатеринбург, Пермь и Омск. Вот у вас. Значит, следующий макет очень интересный. В Перми мы не должны были останавливаться, но остановились не просто так. Ну, вы, наверное, слышали, был такой боевой железнодорожно-ракетный комплекс «Молодец». Да. Ракеты были в вагонах, в холодильниках. Американцы не могли отследить со спутника, а страна у нас большая, самая лучшая, и я завидую себе, что я в ней живу. С любой точки могли достать до любой точки. Поэтому, когда спутник висел, непонятно, что ехало. Готовность 20 минут, отводится контактная сеть, подпятники у вагона, и ракета пошла. По договору 92 года они должны были быть уничтожены. Уничтожены или нет, не знаю, говорить не буду. В Перми проходил мужчина и говорит, не волнуйтесь, сейчас все в контейнерах. Гениальная идея, если 48 тонн в контейнерах, их все равно больше, чем таких вагонов. Ну, я думаю, все равно. Лучше бы это, конечно, никогда ничего не стреляло. Немножко о поездах. Поездов сделано 3 в мире. Первый поезд сделали немцы в 91 году, но у них менталитет, они возят картины, показывают. Железная дорога так нормально. Хотя вчера прочитал интересно, участились кражи в Германии контактной сети, меди много, Deutsche Bahn. Теперь хотят все метки ставить, чтобы было видно только при голограмме. То есть не то, что у нас происходит. Вот. Значит, второй поезд заказали индусы в Индии, как ни странно, почему, не знаю. Делали вроде им немцы. Третий поезд у нас. Девушка, у нас будет сниматься «Дом 2». Есть желание? Я шучу, конечно. Начальство хочет знать, чем мы здесь занимаемся. Висят камеры, они пока не подключены. А теперь уже не шучу. На сайте rjd-expo.ru должно быть отслеживание поезда. Где мы находимся, его маршрут, что он будет видеть. Главный инженер сказал следующее, что вы должны проехать даже там, где нет железной дороги. Вот так. Это я к тому, что возможно, не то слово, возможно, после рейса этого 2 месяца поезд будет ездить уже по каждой дороге. По каждой дороге по месяцу. Сейчас я пройду немножко вперед, пропустите меня. Я вам покажу еще один интересный макет. Макет из-за чего, то, что я говорил, то, что боялись американцы, то, что мы остановились в Перми, все не просто так. Холодильник, единственное, у него была усиленная ось, он был 6-осный, а не 4-х. И со спутника не видно было, вот как это происходило. 20 минут готовность, ракета пошла. Такой комплекс один находится в Питере на Варшавском вокзале. Сохранившийся он здесь. Подойдите чуть-чуть побыстрее, чтобы посмотреть, вам показать макет. Как вы знаете, ширина клея у нас пошире, чем на границе. Это показывает брест, действие происходит следующим образом, который не светится. И мы приезжаем в Брест, подтягиваем карты подводы до краты, поднимаем, и у меня остается на Ивану. Я когда ездил, не выходил из Ивана, просто вообще не выходили, но вот были люди, когда ездил. Потом состав, это когда 5-6, потом сформирует состав в Европу. То есть хорошие стали ехать. Также отходим. Там никого нет уже. Еще раз? Все, пойдем домой. Чуть-чуть вперед, чтобы было видно. Можно отойти, а я сам был, да, домой.